Начало соревнований знаменовалось приятным моментом. Ветераны Сергея Посадского бокса, чемпиона спартакиады народов РСФСР, главного судью соревнований Василия Ивановича Портненко поздравляли с днем рождения. Честь поднять флаг соревнований удостоился кандидат мастера спорта, чемпион Москвы по боксу Иван Зиновей. На боксерский ринг выходили юноши 2008 года рождения, старше во всех весовых категориях. Достойные результаты на ринге требуют соответствующей подготовки и физической, и умственной. Ведь бокс не драка, это спорт отважных, пел Владимир Высоцкий. Надо выносливость, скорость, там, силу. Думать надо там, уходить в левый боковой, правый боковой. Те, кто выступал, знают, что даже 3 раунда по 1 минуте даются очень и очень тяжело, не говоря уже о профессиональных 12 или 15 раундах. В первом раунде это как знакомство с соперником, а во втором раунде ты уже начинаешь понимать, проиграешь ты ему или нет. Но в третьем раунде уже там решается, нужно работать на технику, на очки. Это как любительское. У тебя сейчас именно все так и было, да? То есть в третьем раунде выложился полностью, да? А вообще трудный был соперник? Ну да, но рост маленький, к нему невозможно было подойти по корпусу никак, только если по голове. Юные спортсмены достойно представили Сергею Посадскому школу бокса. Устаешь первые раунды очень сильно, от нагрузки потеешь быстро. В первом раунде, а потом? Ну потом так уже устаешь сильно, не можешь бить нормально сильно. Я в полную силу выложился в последние 2 раунда и поэтому выиграл. В соревнованиях приняли участие более 60 юных боксеров из спортшколы «Центр», секции бокса Сергея Посадского и Пушкинского районов. Ирина Самойлова, Сергей Сацков, «День города».